Ушел из жизни Александр Васильевич Байкалов на 79-м году жизни. Вся жизнь Александра Васильевича была связана с общественной работой. Трудовую деятельность начал с учителя истории. После переезда в наш город работал в средней школе номер 3 поселка Джимите. В 1988 году Александр Васильевич возглавлял районный отдел народного образования. Позднее был назначен заместителем начальника общего и профессионального образования в Анапе. При его непосредственном участии создавалась и развивалась сеть дошкольных, школьных и филиалов высших образовательных учреждений. Байкалову было присвоено звание «Заслуженный учитель России». Жизнь Александра Васильевича – яркий пример беззаветного и преданного служения Родине, воспитанию молодого поколения.